Всем привет! Ну что, сегодня еще один ролик про баньку. Вот, не были мы тут примерно уже больше 2 месяцев. И сейчас мы, в принципе, сделаем такой небольшой репортаж. Вот, с этого места кума Сергея. Вот, и он вам расскажет, что он здесь сделал. В принципе, очень много уже все это видно. Так вот, и внутрь зайдем, и все это покажем. Работы еще продолжаются, так что... Вот, получилось, и сейчас снимаем, ну, соответственно, этот ролик. Вот, соответственно, мы идем. Вот, посмотрите, как странно эта банька уже выглядит. Вот, там Сергей, плюс сейчас там появят водоотводы, водоснабжение, короче. Тоже наш друг, который умеет все это делать полипропиленовыми трубами. Так, вот такая вот крыша теперь у него. Посмотрите, предбанничек сделался. Видите, уже, соответственно, виднеется труба, да, которая выходит из печечки. Все уже это есть внутри, и печечка, и все. Вот, сейчас будем подходить. Вот окошечки уже вырезаны, дверочка. Вот, Сергей сказал, ждет окошки и дверки. Вот, и сейчас все это будем мы смотреть примерно уже, вот, уже внутри. Да, посмотрите, прокопана траншея. Получается, от там кухни, как бы котельная у него сделана. Вот прокопана была траншея, заложены трубы, подведенные к бане. Могу показать. Вот траншейка и ведет вот туда, к бане. Соответственно, сейчас все мы это посмотрим, все это увидим. Вот. Такие вот дела. Так. Сейчас мы, соответственно, все это идем. К баньке, порожек все это есть. Вот, Серег. Что случилось? Так, ну что, Серег, всем привет. Привет. Всем привет, да. Димон, привет. Здорово. Так, ну что, Серег, покажешь, как тут что. HD снимай. Так, да, HD качестве. HD качестве. Вот. Баня, соответственно, баня, я показал. Со стороны, я, да, со стороны я показал, короче, ну, так более-менее объяснил, что, да, вовнутрь. Ну, пойдем посмотрим. Вот, печечку. Вот. Вот, вот, вот. Вот так. Приямок. Сейчас будем так, паяем вот воду. Да, вот это я, короче, видел, где прокладывают траншею. Да, да, да. Вот. Траншею. Вот, вот два ввода. Вот, посмотрите. Это что, но... траншея вот вела? Это вот. Я решил ввести сразу и холодную, и горячую. Ну, воду. Чтобы вдруг кому-то не будет хватать, если холодной. Холодный-то постоянно, а вдруг горячая от бака, если не будет хватать. Бака еще, конечно, нету. Бак еще сейчас на неделю может свариться. Опа. Так-то заготовка есть. А... Так, ну что, подписчики, зрители, смотрите, что вот тут случилось. Вот, вот, тут бак лежит. Вот самое главное, подстроечка. Вот центр, да. Это печечка. Это печечка. Вот все здесь сделано по уму. Печка, если в интернет кто, да, заходил, мотивированная. Говорил вам все это. Сергей делал сам, все делал из интернета. Из интернета, да. Вот. И вся порядовка была из интернета. Так, вот все это сделано, Васильева. Посмотрите. Готово. Так, трубу мы с вами издалека посмотрели, вот все это выходит наверх. Вот так вот все сделано аккуратно. Да, там закрыто сейчас все, вьюшка, вот она, вьюшка, ну, чуть-чуть изменена, ну, тут вьюшечка у меня. Вот тут самый центр, откуда пар. Да, самый центр печки. Откуда пар. Вот. Там, ну, конечно, вот там не видно, конечно, но нет, сейчас, да, тут тепло, тут, да, хорошо, тут тепло уже. Мы, да, можем поддать, конечно, если вот надо. Все это уже запускали, все это пробовали. Сегодня, да, уже шел, да, у нас такой дым. Немножечко. Вот, вот здесь, посмотрите, уже то же самое. Потолок. Потолок сделан. Пол. Сделан. Пол, как мы это разговаривали. Утеплили его. Да, все утеплили. Вот, все зацементировали, залили. Даже теплый пол. Проложил, на всякий пожарный, проложил вот металлопласт, вон бухта еще торчит. Осталось. Но ничего не подсоединял, вот она, теплые полы. Да, вот сделали теплые полы. Будет, в принципе, теплый пол еще, если что, у нас все срастется. Да, плюс, был, плюс, кстати, было поднят сруб. Сруб подняли на 3 сантиметра и подложили полипропилен, так. Так, ну а из-за чего он был поднят вообще? Пеноплекс. Так, а... Для чего поднят? Чтобы отделить от фундамента, от сырости, ну, побольше поднял. Чтобы не затекала не вода, все-таки руберот это... Короче, все, чтобы делано было по уму, вот как говорится, да? И подложил я пеноплекс везде. Правильно.
Но пишут, что лучше поднять. Ну, да. Ну это, как говорят, интернет-сила, все можно почерпать и узнать оттуда. Да, да. Банные форумы, заходите. Все, да, вот смотрите, это все с банных форумов. Все это так сделано. Все это, вот ну, разница. Два месяца буквально прошло. Да, два месяца. Вот ровно с последней нашей съемки. Так что вот так вот уже все это, конечно, ну, может, все это видно. Да. Еще что-то все это хорошо. Ну, вот делается водоотводы. Вода, вода, да, сейчас воду. Самое главное, вот как видите, делается водоотвод. Занимаются тоже наши знакомые люди. Вот, все это делается. Здесь вот, еще, да, это называется противопожарная раскладка от печки, которая кладется на кирпич. Она будет с этой стороны. Плюс будет лежать бак. Угу. К баку будет два отвода подведено. Угу. Ну, сейчас вода, сейчас все спаяет, ну, да, и да, да, здесь да, то же самое будет. Вот уже сегодня спаяться все, бак ложится. Вот, да, это уже вот вода. Вода, сейчас две трубы. Пойдет на обе стороны, здесь будет подводка холодный, горячий, плюс душ, как я думаю. Здесь сразу будет дверка открываться, например, будет ведро висеть. Ну, да. Сюда тоже мы подведем под холодную воду ведро. Я думаю, что так будет. И в парилку тоже холодную, горячую воду, чтобы помыть полы, и также веник можно было бы замочить. И все такое. Тоже вода нужна как-то. Ну, сейчас мы занимаемся как бы подводкой воды. Да, самое главное, который сейчас на момент, да, все это надо. Это все вот. Вот, так что такие замечательные сейчас дела, сделаем, в принципе. Как бы лаги положить, и полы у нас полы напилены. Полы там будет, да, накрываться. Они уже напилены, как бы у нас они все и лежат вон наверху, они просто и двери у нас готовые уже были привезены, все окна, сделаны. Все это потом сделается уже там. Окна привезутся в течение недели. Но в течение недели все должно как бы порешаться, но уже более-менее вид должен вот, быть, вот, чтобы уже в бане. Так ой, что... отпуск по концу. Да, вот, что-то... как я говорил, что у Сергея отпуск, и все это делами он занимается. Так что вот делами баньки. Вот, так что вот. Вот так вот предбанничек все. Все это выглядит все аккуратно. Вот, вот такими вот все это человек занимается. Вот. Наш знакомый по работе коллега занимается делами водоотводовы. Подлец. Да. Вот. И... вот такой вот рассказ, да, про баньку спустя два месяца, так что, посмотри, сюда, вот, да, крыша, сделал, ты видел, там да, да, мы снимали уже там, да, снимали, вот, тут крыша тоже сделана, то же самое, ну вот, вблизи, вот, вот такие вот дела спустя двух месяцев, вот, сейчас со стороны вам покажу все это, то же самое вот обделано, ну, очень много сделано, вот так вот поднято все это дело. Вот посмотрите, Сергей это все дело поднял, сруб полностью. Вот тот бок, этот. Ну, в общем, вот такой, в принципе, ролик. Хотел я вам давно об этом снять, ну, как вы знаете, по причине моей операции в городе Калуге. Я не мог раньше все это вам заснять. Ну, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Вот, и, соответственно, я вам снимаю это сейчас. Так что, оставляем свои комментарии. Подписываемся на мой канал. Так что, комментарии отвечайте. Сергей, если что, у него я спрашиваю. Я все это напишу, конечно. Так что, оставляйте комментарии. Ставим лайки. Кому нравится, дизлайки, не знаю. Вот, как вам. Вот. Ну, что... всем до встречи, всем всем пока, подписываемся на мой канал. Давайте, удачи.